Ежегодно в регионе службы социального обеспечения оказывают поддержку более 100 тысячам человек. Каждый восьмой из них получает помощь, не выходя из дома. Почти 2000 соцработников каждый день навещают своих подопечных, чтобы они чувствовали себя нужными и защищенными. В чем чаще всего нуждаются люди пожилого возраста и инвалиды? И насколько качественно оказываются необходимые им услуги? Об этом и не только. Журналистам рассказал председатель областного профильного комитета Вадим Дроженко. 31 комплексный центр, 8 учреждений соцзащиты семьи и детей, 13 домов-интернатов, 7 из которых психоневрологического профиля, 2 детских дома-интерната. Сегодня условия для оказания социальных услуг созданы в каждом районе нашей области. Ежегодно в стационарных специализированных учреждениях получают помощь порядка 2000 взрослых и 1500 детей. По итогам 2014-го 95% детей после общения со специалистами вернулись к своим мамам и папам. 88 стариков обрели новые семьи. С 1 января 2015-го претендовать на оказание соцуслуг смогут и другие слои населения. Индивидуальный подход и адресная помощь прописаны в 442-м федеральном законе. Кстати, в нашем регионе параллельно вступят в силу и другие правила. Бесплатно гарантированный перечень социальных услуг будет предоставляться гражданам, у которых доход не превышает полуторный прожиточный минимум для пенсионера. Если в абсолютных цифрах, ну, это порядка 8,5 тысяч на сегодняшний день. Все, что меньше, мы гарантированно будем предоставлять бесплатно. А значит, в новом году помочь выйти из трудной жизненной ситуации удастся еще большему количеству курян. Главное – действовать сообща, подытожил Вадим Дроженко.